В Дмитровском районе Московской области самодельный параплан врезался в коттедж. Видео прислал наш гражданский корреспондент. Пилот здесь погиб на месте, в доме никто не пострадал. Летательный аппарат пробил крышу и чердак. По словам очевидцев, пилот пытался сделать мертвую петлю. И при заходе на второй вираж не справился с управлением. Не вопрос, точка низко, да, вот. Пошел в землю, он сказал, что-то. Буквально под прямым углом. Трагедия произошла в коттеджном поселке Smart Village. Он расположен в 36 километрах от МКАДа и недалеко от канала имени Москвы. Участок с готовым домом рядом с деревней Свистуха стоит от 6 миллионов рублей.